Всем привет, мои хорошие, мои дорогие друзья. Сегодня у нас замечательное утро. Вот такая вот у нас отличная погода. Облаков нет. Так, что я делаю на завтрак? На завтрак, дорогие мои, я жарю оладьи. Вот надо уже их вытаскивать. Сейчас буду закладывать новые. Вот такие, друзья мои, оладьи. Сейчас я положу следующую порцию. Так. Что я положила в эти оладьи? Как я их сделала? Делаю я их на кефире. Добавляю туда соду. Добавляю туда яйцо, немножко щепотку соли, столовую ложку сахара. В общем, девочки, все на глаз. Яблоко натерла на терке и добавила яблоко, дорогие друзья. Вот такие вот пышные оладьи получаются, очень вкусные, мягкие, с пылу, с жару. Потом покажу в разломе. Сейчас они у меня очень горячие. Боюсь обжечься. В общем, друзья мои, погода наипрекраснейшая. Сами видите, какое солнце. Какой замечательный день. Опять поднимаются мои оладушки. Оладьи очень вкусные. Обязательно на кефире, обязательно добавить соду, и они у вас всегда будут пышные, мягкие и вкусные. Если дома есть простокваша, можно, если нет кефира, на простокваша. Еще, друзья мои, хочу вам показать. Боня пошла рыбку кушать. Я рыбку положила с утра, а себе вот на обед. Осталось тут два минтая. Ну, решила их пожарить. Минтай нормальный, свежий. В общем, я буду с зеленью приправой для рыбы посыпала. И хочу вам показать, дорогие друзья. Так, у меня тут проблема с розеткой. Банки хочу убрать туда, вот наверх. Вот уже приоткрыла. Хочу сложить банки от огурцов, от помидор, которые уже съели. Частично подъедаем. Так, ну вот, куда я, девочки, свою драцену пересадила. Беру эти банки. Видите, какой хороший горшочек. Я вам его уже показывала. Ну, пока сюда я его поставила, этот цветок. Вот, потому что здесь больше всего света. Там уже вообще света нету. Так, оладушки я уже пожарила, дорогие мои. Сейчас у меня процесс идет обжаривания минтая. Вот и Боню покормила, и самой досталось. Вот 4 кусочка. Как раз мне на обед. Вот еще и на ужин останется. Наверное, 4 кусочка-то я не съем, но 2 точно съем. Девочки, когда минтай свежий, конечно, он вполне приемлемый для употребления. Хоть это и не красная рыба, но довольно-таки неплохой. Костей в нем нет. Раньше, когда еще в прошлом Советском Союзе, я помню, тоже покупали мента и делали с него котлеты. Я, правда, в то время котлеты из него не делала, но люди готовили и говорили, что котлеты получались неплохие. Вот так вот, друзья, сейчас я подготавливаю себе вот такой вот перекусон на обед. Оладьи я сделала. Закончу я все эти дела. Ожидаем, когда поджарится рыбка. Ну вот, мои дорогие, мои хорошие девочки и мальчики. Перевернула я минтай. Он румяный, не разваливается. Сами понимаете, если разваливается рыба при жарке, это говорит о том, что она
довольно несвежая. И довольно сильно несвежая рыба. Этот минтай, слава богу, не развалился. Сейчас я его дожарю. Положу все на тарелочку. И у меня готов обед. И немножко останется на ужин. Так, дорогие друзья, мой завтрак и что-то останется на обед. Все готово. Вот так вот хочу вас поприветствовать сегодня, поднять вам настроение на сегодняшний день, чтобы у вас также было солнечно и радостно, как у нас сегодня. Еще раз хочу вам выглянуть в окошко вместе с вами. Вот так вот, друзья, светит солнце. Грех не пойти на улицу. Потому что, как представишь, что впереди зима, сразу ноги тебя несут на улицу. Такую погоду, девочки, просто обожаю. Так, и хочу вам, девочки, мальчики, что сказать. Вот купила такой чай. Индус. Листовой. Написано ГОСТ. Ну, традиционный индийский чай. По скидке 150 рублей. 250 грамм. Так где-то он около 200 рублей стоит, эта пачка. В общем, хочу вам сказать, чай этот не берите. Не стоит он того. Мне чай не понравился. Я вот его один раз заварила, попробовала, и больше мне пробовать его не хочется. Вот так вот, дорогие мои, наложила я себе оладушек. Вот такой цветочек для настроения вам. Моя фиалочка для вас. Еще раз вам всего хорошего. Пусть ваши родные и близкие не болеют. Держите хвост пистолетом. Всем позитива, света, любви и добра. Пока-пока. До скорых встреч.